Свой вклад в реализацию приоритетного проекта «Эффективный агропромышленный комплекс» в Кизилюртовском районе внесла семейная пара Абдурашидовых из Гадари. Почти 40 лет на своем участке они занимаются производством овощей, фруктов и ягод. Причем не только на открытом, но и на закрытом грунте. Общая площадь двух типовых теплиц, возведенных предпринимателями под томаты, 800 квадратных метров. На подворье нашлось место винограднику и плодовым деревьям. Однако в программу господдержки от Минсельхоза по частичному возврату затрат на тепличное хозяйство супруги по неизвестным причинам не попали. Хотя заявку подавали вовремя. Обратились за помощью к главе местной администрации. Теперь, по словам Абдурашидовых, активная позиция Магомеда Шабанова по этому вопросу позволяет надеяться на быстрое решение этой проблемы. Руководитель района также помог предпринимателям установить новый газораспределительный шкаф. Вот на таком уровне с нами никто не разговаривал. Мы рассказали ему свою беду. Он сразу Махачкала позвонил и сказал нам: завтра организуйте машину, отправьте. Вот по этому поезжайте, возьмите шкаф и 400 метров труб. Привезли, сделали, все нормально с прошлого года. Вот этот человек, вы знаете, слушает каждого человека, понимает этого человека.